Месяц назад на телевидении бурно обсуждалось признание продюсера Леси Сазыкиной. Женщина заявила, что у нее был продолжительный роман с Андреем Григорьевым Аполлоновым, а в 2013 году у них родился сын Герман. Солист Иванушек принял участие в шоу «Пусть говорят», сдал ДНК-тест, получил отрицательный результат и долго возмущался в эфире, называя Лесю невменяемой фанаткой и намеревался подать иск на 1 000 000 рублей за клевету. Но теперь Леся утверждает, что скандал в передаче был от начала и до конца раздут ради пиара по взаимному договору, ведь ДНК-тест в передаче показал 0% генетического сходства. А такое бывает только если сравнить гены человека и животного, по крайней мере так считает Леся. Она намерена доказать, что у нее действительно есть сын от Андрея, что в реальной жизни они с певцом хорошие друзья, просто такие уж в шоу-бизнесе правила игры. Сазыкина анонсировала новые выпуски «Пусть говорят», в которых она с Андреем расставят все точки над «ё». А вы следите за этим скандалом?